Проект «Летние сезоны в усадьбе» продолжается. На этот раз в гости на Ульяновскую землю пожаловали талантливая молодежь со всего Поволжья. Молодежный русский оркестр привез яркую и динамичную программу. В репертуаре как оригинальные сочинения для русского оркестра, так и переложения эстрадных и классических произведений. Молодежный русский оркестр «Поволжья» создан на базе Тольяттинской филармонии. Талантливая молодежь участвовала в проекте «Летняя оркестровая академия на Волге». А благодаря поддержке фонда президентских грантов музыканты объединились в оркестр под руководством опытных наставников – дирижеров Василия Кармишина и Михаила Тоцкого. За очень короткий срок мы сделали огромную программу, дали несколько концертов оркестрам, солистов, ансамблей. И получили огромное удовольствие от совместного творчества. И надеюсь, что и зрители также порадовались вместе с нами. Участники оркестра – студенты, выпускники музыкальных заведений страны. И несмотря на разные музыкальные школы, ребята отлично сработались. Ведь цель проекта – повысить профессиональные навыки игры в оркестрах и получить опыт работы в подобных коллективах. Одна из участниц – Александра Курбатова из Ульяновска. Она закончила местное музыкальное училище, а сейчас получает высшее образование в Казани. Работа в оркестре помогла выстроить творческие связи. А выступать в родном городе особенно приятно. Да, я играла неоднократно на этой сцене выступала. А, знаете, такие воспоминания хорошие с этой сцены складываются. Родной край, патриотизм какой-то, гордость, что я, вот, так сказать, пропагандирую Ульяновскую область. Музыкальный коллектив уже выступил в Тольятти, Жигулевске и Самаре. На родине Ленина молодежь провожали бурными аплодисментами. Анна Тищенко, Улправда ТВ.